Итак, друзья, всем привет. Вот происходил взрыв в Ярославле на улице. Не буду говорить. 3 этажа вынесло. Представляете? И как здесь жить дальше? Люди-то боятся. Походу дом расселили. Думается мне. Вот это взрыв газа. Как жить? Что думать? Жилья не дают по ходу пьесы. Вот такая ситуация. Взрыв был такого. Шум. Слышно было в центре. Вот так. Опасно. Там, если рассмотреть... стоит. Первый этаж, погибло минимум 2 человека. Вот что значит газ. Вынесло так вынесло. Да. Вон окна. Все по жесткой. Очень жаль. Жаль людей, но тут уже опасно жить. Не знаю. Я бы не стал. Ладно. Будьте осторожнее.